Доброе время суток. С вами Виктор Дулин. Пятница, 17 апреля. И, как видим, я создал все условия внутри теплицы, чтобы сегодня по максимуму нафасовать или расфасовать вот этот весь просеянный вермикомпост. И погода как раз нам это дело и позволяет. Видим, дождь со снегом, идут заряды постоянно. И вот мы с вами займемся сегодня в основном фасовкой. Показал вам время. Вот еще раз видите, 9:42. Видите, 4 ящика уже нафасовано. Ну и посмотрим, что будет у нас в конце дня. И вам таких же результатов. Здоровья и благополучия. Всего доброго.